Тачки, грабли и мусорные пакеты – этот внушительный арсенал для эко-волонтеров. Сегодня перед ними стоит непростая задача – привести в порядок излюбленное место отдыха владимирцев – Улыбышевские карьеры. Сначала в ту сторону и обратно возвращаемся. То есть кто-то носит мусор, кто-то собирает. Волонтеры разделяются на группы по категориям – алюминий, пластик и стекло. Это нужно, чтобы мусор было проще сортировать. Больше всего эко-волонтерам попадается именно пластик. Настоящий джекпот, как его здесь называют, это стеклянные бутылки от разных напитков. Сегодня весь этот мусор распределяется на разные категории и отправится для вторичной переработки. Среди волонтеров студент 4-го курса колледжа при Владимирском госуниверситете Вадим Прокофьев. Молодой человек серьезно увлекается темой экологии. Он уверен, решить проблему можно только личным примером. Ну, я думаю, это всех волнует в какой-то степени, в какой-то мере. И это надо решать, собираться всем и общими усилиями привести все в порядок. Ведь как бы это наша природа, мы тут живем. Экологическая акция – это совместный проект бизнеса, региональной власти и общественности. Объединенная металлургическая компания подала заявку на получение гранта. Вложила и собственные средства – 14 миллионов рублей. Акция стартовала в 40 городах России. Ее задача – не просто убраться, а показать пример коллегам из бизнес-сообщества. Партнерство трех сторон, оно устойчивое. И здесь очень важно, чтобы еще и местные сообщества в лице некоммерческих организаций, просто жители, которые здесь отдыхают, приняли в этом участие. Всегда там, где люди принимают участие, они уже ничего не портят и не мусорят. Компании отмечают, в каждом регионе свои проблемы. Где-то с уборкой мусора, где-то со вторичной переработкой. Главная роль бизнеса – помочь муниципалитетам в решении каждой из них. Вплоть до борьбы с торфяными пожарами. То есть вот есть и такие проекты, которые действительно администрации одним не под силу. Муниципалитет-то и подобные вещи могут уже там не вытянуть. А вот именно совместно с бизнесом эти проблемы можно будет решить. Территория Улыбышевских карьеров выбрана не случайно. Летом она очень популярна у владимирцев. После каждого пикника на пляже и в лесу остаются десятки, а то и сотни килограммов мусора. Поэтому очистить берег – одна из первоочередных задач. Мы же все с вами хотим дышать свежим воздухом, пить хорошую чистую воду. Да, мы хотим видеть зеленые леса, чтобы там много было зверей и птиц. И для этого мы должны сделать определенные шаги для того, чтобы этот мир был чистым и прекрасным. Среди самых замусоренных территорий еще 5 объектов, в их числе озеро Сковородино, село Кисты в Суздальском районе, а также просеки вдоль дорог в Камешковском и Судогодском районах. В регионе акция продлится до октября. Игорь Липский и Сергей Власов.